Короче говоря, я проснулся. Это был день, идущий за понедельником. Я проснулся, обернулся, разогнулся, втянулся, замкнулся. Ебанулся. Я открыл ноутбук, набрал очень сложный пароль, надел крутые наушники, нашел крутую музыку. Я слушал минуту, я слушал 2 минуты, я слушал 3 минуты, не вставляет. Я решил нажать на play. Так значительно лучше. Слушал 5 минут, слушал 10 минут. Мне стало немного веселее, но один и тот же трек быстро надоел. В комнату зашел брат. Брат сказал: «Чувак, может, сыграем во что-нибудь?» Я не любил азартные игры, вспомнился случай из детства. «Попа, тебе очень повезло! Вот, познакомься со своим братиком!» «Чувак, я испорчу тебе всю жизнь!» Четко. Я согласился играть, мы сели за стол, и я решил разбавить паузу с анекдотов. Брат не оценил. Тогда мы стали играть на деньги. На большие деньги. Даже на валюту. Брату везло, словно он играл одними джокерами. Я решил его отвлечь. «Смотри, Алла Пугачева!» «Там никого нет». «Черт, не получилось». «Чувак, у тебя отвратительное чувство юмора». Мы продолжили. Я тонул, как сайт ВКонтакте без Дурова. И тогда я предложил сыграть на свой любимый пиджак. Брат уверенно согласился. Я проиграл пиджак. Я проиграл свои фирменные пивные очки. Проиграл свою любимую ковбойскую шляпу. Проиграл золотые украшения. Брату везло как черту. Раз за разом он заходил с козырей. Я ничего не мог поделать. «Чувак, ты опоздаешь на работу. Я налил тебе кофе в твою любимую кружку». Короче говоря, я проснулся. Друзья, а если вам зашло это видео, поставьте лайк, подпишитесь. И мы с братом запишем новое видео. Друзья, будет здорово. Подписывайтесь.